справедливостью людей, осуждавших меня за то, что я гений. Я задумывался над непостоянством женской любви. Но главным образом я задумывался над свойствами той странной породы животных, с которыми мы так тесно связаны и которых мы называем людьми. Я никак не мог понять, что означало то, что меня называют собственностью человека. Слова «моя лошадь», относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова «мой воздух», «моя земля», «моя вода». Слова эти имели на меня огромное влияние. Значение их такое. Люди руководятся в жизни не делами, а всего лишь навсего словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-либо, сколько лишь говорить о разных вещах, установленные между ними слова. Мой, моя, мое. Они устанавливаются, чтобы только один человек говорил «моё». И тот, кто про наибольшее количество вещей в этой установленной между ними игре говорит «моё», тот и считается у них счастливейшим. Почему это так? Я не знаю. Но это так. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я понял, что не только относительно нас, лошадей, понятие «моё» не имеет никакого другого смысла, как низкий, животный людской инстинкт, именуемый ими правом или чувством собственности. Человек говорит «мой дом», а сам никогда не живет в этом доме, а только заботится о постройке и поддержании его. Купец говорит «моя лавка сухонная». А сам не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в этой лавке. Есть люди, которые женщин называют своими или женами. А женщины эти живут с другими мужчинами. Есть люди, которые землю называют своей землей, а сами никогда не видели этой земли и никогда по ней даже не проходили. Называют своими людьми. И все их отношение к этим людям состоит в том, что они делают им зло. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать как можно больше хорошего, а к тому, чтобы как можно больше вещей назвать своими. И я убежден тебе, что в этом-то и состоит существенное отличие людей от нас. И уже по одному этому мы можем твердо сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди. Я был трижды несчастлив. Я был бегий. Я был мерен. И люди вообразили себя во мне, что я принадлежу Богу, и не себе, как это свойственно всему живому, а то, что я принадлежу конюшне. Мой, моя, мое. И еще. Главным и удивительным последствием для меня того, что я был не графский, не Божий, а конюшево, было то, что составляет особую заслугу нашу, резвый ход, сделалось причиной того, что меня с радостью сбыли со двора. Проезжали на кругу лебедя, а я стоял у круга. Лебедь прошел мимо нас, и я потянулся в круг. Конюша не задержал меня. А что, не поверить ли мне моего бегаша? А что, не поверить ли мне моего бегаша? Крикнул он и пустил.
пустил меня в круг. У лебедя была уже набрана скорость, но я обошел его. Попытание еще раз. То же самое. Да, да, лебедь хорошо шел, но он все-таки щеголял. Не было в нем той скорости, которую я выработал в себе. Того, чтобы мгновенно при прикосновении одной ноги отделялась бы другая и не тратилось бы ни малейшего усилия праздно, а всякое усилие двигало бы вперед! Пойдем!
ничего! Скорый конь до полночки твоя! Вот и вся тебе тут Библия! Набега! 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 Thank you.
התקלקל. ואז באה מיד השאלה הנוראה. בשם מה? כל הרצון לחיות להתנדב. איננו. פעם אחת שכחתי את עצמי וצהלתי כמו פעם מתוך הרגל. כן, צהלתי נשמעה הצופה. מגוחקת, לא במקום. אף אחד מאיתי היה לא כי לא צחק. רבים מהם אולי מתוך נימוס. תנו את גבר. פתאום הבנתי לכל. איך הפכתי לגביהם זר לנצח? נתרתי באי הצדק של בני האדם שהאשימו אותי על שהייתי סבוע תמיד. גנרל, אני החלטתי, אני רוצה אותו. אני מרגיש ויודע. אני רוצה אותו. המוכתר? הססגוני. המוכתר? הציבוני! אדוני, לא ייתכן, אתה בוודאי מתלוצץ. אני מתלוצץ? אני אוהב אותו. לאף אחד במוסקבה אין סוס כזה כשנרדף ברחובות? כל מוסקבה תתכונן בנו. אדוני, האוצר, האמן לי שרציתי להשביע את רצונך. אבל עכשיו אני מבין. אתה אינך מחפש עדינות, אלא מקוריות. האמן לי, אדוני האוצר, סוס הוא אינו סחורה שאדם קונה כדי להיות אופנתי. כשמדובר בסוסים אין אופנות, עכשיו אני רואה שאתה אוצר אמיתי. אדוני האוצר, אין זו שלילות! אין זו שלילות בכלל. אתה בעצמך אמרתך, ומי שימצא חן בעיניך מן העדר. וכן אמרתי לאחד, מה נותר לומר? בוודאי, אדוני האוצר, אבל עוד לא ראית את דרלין. הנה דרלין שלנו. שומן. אבל אני רוצה אותו, אני מרגיש שאתה יודע, ועכשיו אמור לי גנרל. כמה אני חייב לך? עכשיו חורף, אתם נותנים אותי למגלשה. עושה איזו מגלשה. עשויה מטות נוצצים, ועומדת בכתיפה לה. ברצפה יש אוזנים קטנים מכסף, והמושכות... חמש לי טהור. תבלורית, יובל! אל תשכח להרגיל את החלוקים. אל תדע, אני לא אשכח! את המקמה הכי טובה היום או את זו שקצת פחות? הכי טובה! אחרי הנוסים נרוץ לרחוב סטושנקה ולבקר אצל מתן מתיה. אך מתיה! ואני תמיד יכול לעמוד בבדיחה כזאת. אני זוקף את אוזניי וחורק בשיניי. הזדרץ, יופן, הזדרץ עם הרצפה.